всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Бульбазавр, Нига, Фантом, как всегда, очень много подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем здорово. Всем привет. Приветствую всех. Сегодня у нас очень классный мод, это God of War и сам бог Арес. Он очень здоровенный, посмотрите, насколько мы маленькие, возле него давайте отличу и покажу, насколько это все глобально. Сейчас. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем его тестировать и проверять, что он может. А ну давай, этой. Давай поближе поставлю тебе, вот так вот. Я его не вижу. Он прям возле ноги, просто топни. Он слишком мелкий. Для очень него. Маленький, я не знаю, как ты его вообще видишь, но просто топни ногой. Как ты это можешь? А, ты, наверное, не сможешь топать. А, не сможешь. Пацаны, улетайте. Бум. Бегите, глупцы. Это просто мега взрыв, но его не убивает почему-то. Он не попал. Давайте проверим, я могу его вообще убить? Давайте мы сейчас поставим вот здесь вот. Убиваемые. Они не убиваем, они убиваемые. А ну еще раз топни. Давай физганом подсвечу, где он. Ты реально не видишь. Пипец. Вот, вот, смотри. Вот я подставляю. Все, просто стопни ногой. Я вот прям под ногу подставил. Да-да-да. Так. И прям в него четко. Убил. Убил. Значит что, этот челик наносит очень много жизней. Хорошо, давай дальше. Сейчас мы протестим, знаете что? Робота с Fallout. Кто это, кто его помнит? Так, он находится в пилпаках. Да, классная роботишка, вот он. А ну иди сюда, щенок. Я по сравнению с тобой просто сопляк. Я щенок, прощайте. У меня было 5000 жизней, и ты меня вынес. Ого, ты, конечно, тут мощный. Урона наносит. Ты реально какой-то жесткий. Смотри, у меня есть, давайте будем порастающие, это 25 тысяч жизней, это очень много. 10 тысяч, смотри. Давай, я к тебе иду. Давай, просто топни. Упаш. И? Да ну ты чё, 10? Нифига себе, я вас реально не вижу, как будто в муравьи. Так ты убиваешь просто как щенков нас. Но меня точно, 100 тысяч. Это много. Я знал, что я удалю тебя еще раз. Поставь, ты уже сможешь ходить. Ты уже сможешь, да, перемещаться. 100 тысяч это много. 25 тысяч, вот. Пацаны, осторожно. Вот он. А ну подойди. Так, так, так. Я сзади тебя. Давай, просто топни. Так, 25 тысяч. Сможешь убить аниматроника, не? Я уже не смогу ходить. И 25! Блин, это жестко. Это реально 63 тысячи. А я иду модной походочкой. Прикольная чекуля, мне нравится она. Давай, я прям под ногой, просто топай. Ну-ка. Ты так медленно делаешь по сравнению с нами все? 63 тысячи. Так, ребята, я надеюсь, вы догадываетесь, что дальше у нас будет и сиреноголовые, и все остальные. Ну и в конце, вы знаете, мы его еще и взорвем. Мы все в одной серии впихнем. 500. О, кстати, давайте мы сейчас возьмем. Сколько хп у него? 40 тысяч. 23. 25. 10 тысяч. О, кстати, помните, у нас есть аниматроник, у которого там что-то очень много жизни. Допустим, 830 тысяч. Ого, ты у меня осталось 303. Короче, ты полмиллиона выносишь за один удар. Серьезно? Смотри прикол, вот не бей. Ты сейчас поймешь, о чем я говорю тебе. Так, сиреноголовый, где у нас пилпакши? Вот смотри, у меня 500 тысяч. Бей. Прощайте, господа. Полмиллиона удар. Из всех троих. Да ладно. Хорошо, давай сейчас сделаем немножечко сцену такую небольшую, чтобы было красиво. Он не убивает, если что. Да, куда да, побежал? Так, кстати, он как-то странно ходит. А, не, нормально, не, не нормально. Пацаны, сейчас будет у нас прикольно. О, мы возьмем машины, которые взрываются. Может, проверить потом на следующей серии, будет ли он в Биг Сити ходить? Мафия. Давайте, вот эти обычные машины городские. Почему нам не... Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой, топай!
Бум. Ты чувствуешь, что у тебя удар на 500 000? Да. Мне кажется, админский пистолет меньше выносит. Давайте мы тогда сделаем другое. О, идея. Давайте разнообразим ролик. Хорошо, что я на ходу прям могу все придумывать. А ну топни. Когда просто наступаешь на камушек. Да-да-да-да, давай посмотрим, как оно тебе дамажно. Эй, бомба, и взрывайся. Воу. Хорошо, давай я буду бомбу фризить, чтобы она не катилась сразу. 6 хп. Так, хорошо. Хорошо, давай мы тогда другую бомбу поставим. У меня такой вопрос. А почему там вдалеке виден тень этого гиганта? А потому что он в скайбокс цепляет башкой. Ну, красиво. Топай. Давай. Пацаны, улетайте. Улетайте, убегайте. Все. Сейчас будет взрыв. Ждите, ждите. Нет. Почему? А что, бомба не взорвалась, либо... А, она взорвалась. Нет, они прям под ногой у тебя. Под ногой? Да, ты... Давай еще раз. А ну давай еще разочек. Вот. Вот. Тебя убило? Нет, я еще живой. Ого, мы такой взрыв сделали, и ты живой? Надеюсь, оно тебя убьет, потому что этот мод с бомбами всегда убивает всех. Нет, эти бомбы у меня в банке. Боже мой. Все, топай. Так, а что, мы делаем эпик, только мы такое снимаем. Прикольное. Красиво. О, вот я взрыв. Ху-ху-ху, вместе с бомбами. Реально, это эпические кадры. Это круто было до этого момента. Пока нас не убило. Вы чё, померли? Ты, кстати, ты видел, ты взрывов этот... летать научился. Кстати, вы видите, сколько еще бомб здесь лежит? Они по всей карте разлетелись. Ой. Да вы задрали. А, так это ж мои бомбы убивают. Это ты их что ли активируешь или чё? Нет. А где ты? Я тебя среди дыма не... А, вот ты. Короче, я сейчас кину тебя... Короче, дай их поудаляю. Их очень много еще на карте, я их удаляю. А то не то там взорвалось. Ой, блин, наржались. Давайте вот такую одну. Без эффекта радиации. Я знаю ее. Давай, топай. Лупаш. О, это уже корсар. Это что-то уже корсар, да, 1000 будет для тебя. Не. Еще разок. Не, еще разок, надо два раза, она к урону очень такая нечувствительна. Вот. А, это уже убило. Фига себе. Убило? Да. А вон он ходит, NPC-шка, алло. Красиво. А, это значит меня убило. А как такое может где быть? Он? Да вот он стоит, тут радиация. Меня, а тебя... меня дернуло, но NPC-шку не дернуло. Блин, а прикольно. Да, да. Ну чё, давайте тогда напоследок мы жахнем царь-бомбу. Нет, 6 в 1. А кластерную что ли? Давайте мы уберем эффекты. Ты уже вселился в него? Да. Все, погнали. Упаш. Я вижу, он живой. Потому что это бокс игры бессмертный. Он живой, да? Да. Хорошо. У него около 1 000 000000 хп, походу. Все, последок. Бери этого челика, или давай его просто поставь. А я стрельну с админского пистолета, и мы проверим, можно ли вообще его убить. Убивается, и это очень хороший знак. Короче, у админского пистолета больше дамага. Мы можем взять большую карту в следующий раз, вертолет и танки, типа, против него. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!